Разрешите обратиться? Да. Говорит, вы были лучшим экспертом, работая в ООН, мистер Лейн. Прошу вас войти в команду. Помочь доктору Фасбаху найти то, что ему нужно. И ты привез... Обстоятельства стали моими аргументами. Нет, я не могу. Я не оставлю семью. Оглядитесь вокруг, мистер Лейн. Каждый из них находится здесь, потому что служит цели. Для людей посторонних тут места нет. Хотите помочь семье? Давайте думать, как нам остановить это. Выбор за вами, мистер Лейн.